наша небольшая подтема о писчем материале – это, конечно, бумага. Потому что отдельные экземпляры даже считают, что появлялся на Руси в XIII веке, но это единичный экземпляр. И, конечно же, это в основном, значит, весь XIV-XV век – это, конечно, пергамент. Причем собственной бумаги не было, поэтому бумага была иностранного происхождения, голландская бумага, французская бумага. И поэтому нужно сказать несколько слов, каким образом смотреть бумажные документы на бумаге, да, на этом писчем материале, книги и так далее. Бумажное производство – это тряпичное производство, это не целлюлоза еще, а это тряпичное производство на мануфактурах или мельницах. Тряпичная масса обязательно где-то при водяных водных источниках размалывалась, как на мельницах, и вот эта смесь вот этого тряпья черпалась черпальными рамками, сеткой вержер и пунтюзо. Термины, конечно, французского происхождения. Отсюда у нас бумага со следами сетки, когда высыхала эта бумажная масса, называется вержированная. И традиция была такова, что каждый хозяин мануфактуры обязательно имел свой знак. Это могли быть гербы городов, это могли быть владельческие знаки. Металлический знак крепился к этой рамке, и в результате получалось следующее, что при просыхании, при просушке, потом опускался этот лист еще в желатиновый раствор, то есть рога и разные копыта, так сказать, да, проваривались. И поэтому я хочу сказать прозрачность вот этих линий, горизонтальных и вертикальных. Обратите внимание, вот это у нас русская бумага, поэтому посмотрите, пожалуйста, вот здесь вы увидите бумага, а вот это как раз тот металлический знак, который, это двуглавый орел, который вот как раз оттиск как бы этого металлического контура. Ну и вот тут наш замечательный бухгалтер, если кто работает в архиве, это имя известно, Василий Бухгалтер, Василий Пастухов. Начальство бухгалтер Василий Пастухов. Вот об этой тоже вещи я тоже расскажу обязательно. Поэтому просыхание, вот если, я думаю, что при таком освещении все-таки видно очень частые горизонтальные линии, буквально через метр, через миллиметр, и вертикальные где-то около двух, меньше даже, меньше двух сантиметров. Вот такие вержированные листы. Поэтому, когда мы смотрим, вот, пожалуйста, перед вами цветник духовный называется, один из очень для чтения очень любимых текстов. Вот закладка у меня ушла. Значит, когда мы смотрим на, к сожалению, когда мы обязательно на солнце нужно смотреть, на искусственное освещение. И вот смотрим, водяной знак называется или филигрань. Филигрань переводится как тончайший, как зернь. Поэтому, когда описывают какую-либо книгу, обязательно нужно найти, где этот водяной знак, да, какой он, да, какое название, описание. Существует, это очень дорогое было производство, потому что филигрань сейчас можно пропустить через компьютер, и это делают. Оцифровывает древние книги. И вот, пожалуйста, один из наших замечательных гераклитов – филиграни XVII века. Это все филиграни иностранной бумаги будут. Что они из себя представляют? Прорисовку этих филиграней. Затем, что еще можно? Какое название? Потому что неустойчивая была, вот видите, почтовый гонец, да, с рожком. Это может быть, вот видите, перчатка, да, различные гербы, да, даже могут быть виноградные, вот видите, лоза. Это может быть шутовской колпак с бубенчиками. Всякий раз при описании книжности обязательно филигрань описывается. Это создание прекраснейшего каталога. В нашем городе, конечно, еще не все книги описаны.
Поэтому я хочу сказать, что это очень научные такие сведения, которые требуется знать. Так вот, смотрим, когда мы лист за листом, потому что мы видим, что да, это вержированная бумага, потому что она есть. Вы знаете, в этом издании мы видим вот здесь остатки, то есть кусочек, значит, это формат не в лист. Мы видим часть филиграни, а также вот в такой книге, это конец 18-го, 1784 год. Здесь есть так называемая белая дата, обязательно белая дата, 1784 год. У нас следующий вопрос, о чем писали? И вот здесь я должна сказать очень хрупким орудием, а именно, это перо, гусиное перо. И в литературе можно найти целые фрагменты. Как чинили перо? Вот в данном случае мы с вами обнаружим, а именно, это просто перо. Перо, которое не обработанное, тут уже мы писали, пробовали, неправильно отчинили. Во-первых, вот это убиралось всегда. Затем закаливалось в горячем песке. Затем починка. Отсюда перочинный нож, который вы прекрасно знаете. Он свое название как раз от этого, собственно, от этого ремесла происходит. Чинить тоже очень сложно, потому что, обратите внимание, сначала эллипсовидный, затем на треугольник, и затем самая тонкая часть, она расщепляется. Это позволяет, вы знаете, очень линии и жирные. Причем, когда пишешь, это замечательно поскрипывает, очень гибкое перо при написании. И что еще? Вот старых очень, 18 века, вот так, две иголочки, то есть чтобы рука не скользила. Вот эти пальцы были лишние, они привязывались к запястью. И, конечно же, писарь писал, потому что ему нужно было, не отрывая руки от бумаги, очень, где вот находилось это перо, к другой букве подойти и так далее. Почему такой разговор нужен? Потому что дети не любят сейчас писать. Дети сейчас каллиграфически совершенно, как неграмотные люди пишут. Прочитать иногда невозможно. Учитель уже за начальную школу и не вырабатывает каллиграфический почерк. Это мука. А каллиграфия, она очень важна для развития памяти, для развития мышления, для развития речи. Я бы хотела напомнить еще милым моим слушателям, если им это интересно вспомнить. Помните, какие были ручки деревянные? Теперь вместо деревянных ручек называется держатель. Я не знаю, почему ручка вдруг как термин ушел. Я еще представила вот такую чернильницу, непроливашку, которую тоже могут вспомнить те, которые учились 40, 50, нет, даже 40, наверное, нет, 50 лет тому назад, а 60. Мне очень обидно, что у нас это разрознено. У нас есть великолепные чернильницы еще 19 века, принадлежащие архиерейскому подворью в Бийске и так далее. Обратить внимание хотела на следующее. Есть частные коллекции замечательные в России. Вот если вы откроете сайт Нелюбова, Сергей Нелюбов, Калуга, у него представлено 18 век во всей вот этой писчей, так сказать, в писчем разнообразии. Это, конечно, песочницы, которые вот как промокашка, да, была, светец или подсвечник, при котором писали на колени. Это потом уже на столах. Съемы для снятия нагара вот на этой свече. Но гасильник для свечей, ножницы кованые, колки называлось. Вот понимаете, целый пласт лексики, который мы можем у Даля, Владимира Даля, найти в древнерусском словаре 11-17 века. Дети этой лексики вообще не знают. Лощилка для разглаживания бумаги или кожи, графья для черчения, скобельник для исправления буквы, нож перочинный. Дальше
у Скобельника один острый был, за букву неправильную ошибку зачищали, а гладким заглаживали. Клык медведя служил лощилкой. Поэтому еще хотела сказать, свечи тоже лежали, а свечи были сальные, чтобы в документ, например, концы в воду, то из топленого говяжьего или бараньего жира делали свечи. И достаточно было на ночь оставить свечу, то мыши уничтожали и свечу, и этот документ. А облить, несколько сделать свечных подтеков, и все. Поэтому вот, пожалуйста, мыши съедали до печати. Еще множество таких мелких предметов, которые в таких частных музеях в российской части есть. И вот мечта, конечно же, посмотреть и собрать у нас в частных коллекциях вот такие предметы, которые для Сибири тоже характерны были, потому что это наш пласт культуры и наш пласт той лексики, о которой дети вообще не имеют представления. 19 век, начиная после 20-х годов, была, знаете, такая европейская система в образовании, ланкастерская. И вот здесь хотелось бы, конечно, восстановить замечательный Борис Бабарыкин, замечательный историк, прекрасный наш, он хорошую очень диссертацию добротно сделал, и у него монография великолепная. Вот он там рассказывал про историю реального, то есть училища, готовящего кадры для горнозаводской промышленности. Поэтому у него есть великолепный документ, что были два рода столы для обучения письму. Одни назывались для письма на песке, а другие на бумаге. Столы на песке, вы знаете, специально, да, то есть как за партой сидел ученик. И с бортиками, столешницей насыпан был песок. И там была планка, которая могла, позволяла, да, и в том числе еще одна планочка, которая показывала, конечно же, как бы линии. Но вот я нигде в документе-то не видела, наверное, еще песок надо было смачивать. Поэтому вот сначала писали на песке, а потом стол был. И было специальное отверстие, ближайшее к ребенку, да, к учащемуся подростку, потому что там до 15 могли учиться лет, где ссыпался этот песок. Вот такое зафиксировано в нашем городе. И, конечно, хотелось бы такой музей, где бы вот эти предметы, они были. Кроме того, существовала еще такая до 20-го, наверное, до 30-х годов 20-го грифельные или аспидные доски. Вот из них вот это сланец такой, да, распиливались в рамочки, дети писали на этом. Писали свинцовыми писалами, потом мелом и так далее. Такие вещи есть у нас, есть, я совершенно точно знаю, грифельные доски есть в, ну, может быть, 1-2 экземпляра, есть в краеведческом музее. Вы, наверное, не чувствуете, а интерес к письму падает, а польза великая от письма. Ну вот, хотелось бы вот о специфике древней книжности, о жанрах. Это уже разговор дальнейший, это уже конкретно с языком связанное и так далее.